Обаятельный образ мальчика стал одним из олицетворений детства в русском искусстве. Детский характер, непосредственно выраженный художником, близок к ярким литературным образам, созданным Аксаковым, Адаевским, Погорельским, Толстым, Гариным Михайловским, Чеховым, которые сумели постичь самую сущность души ребенка. Лицо Мики Морозова с широко распахнутыми карими глазами, приоткрытыми пунцовыми губками и румянцем выдает его увлеченность игрой или чем-то невидимым зрителю. Ощущение стремительности мгновения усиливается благодаря импрессионистической манере письма. По меткому выражению музыковеда и литературного критика Святослава Бэлзы, кисть мастера запечатлела поразительно одухотворенное выражение лица ребенка, в громадных темных глазах которого одновременно и детское удивление, восторженность, и недетская серьезность, целеустремленность. Это поистине глаза души, души щедрой и пылкой. Мика, Михаил Михайлович Морозов, был третьим ребенком семьи историка по образованию, крупного промышленника, коллекционера и мецената Михаила Абрамовича Морозова и Маргариты Кирилловны Морозовой, урожденная Мамонтова, хозяйки литературно-музыкального салона. По ее наблюдениям, когда Серов писал этот портрет, то он был очень хорошо и добродушно настроен. Однажды после сеанса с Микой, которому было в то время 4 года, Серов мне говорил с очень значительным и шутливо-серьезным видом, что он слышал сегодня от Мики рассказ о «Папа Леопард» и «Мама Леопард». Этот рассказ очень рассмешил Серова. По мнению матери, художник схватил основную черту его натуры, его необыкновенную живость, и оттого все находили этот портрет очень похожим и на взрослого Михаила. С 2 лет мальчику преподавали английский язык. Позже он продолжил обучение в Оксфорде и Кембридже, а затем в Московском университете. Михаил Морозов вошел в историю литературоведения как глубокий знаток Англии конца XVI – начала XVII века, основоположник российской школы научного изучения творчества Шекспира, педагог, переводчик, автор статей, театральных рецензий, книг. Он выполнял подстрочные переводы английской поэзии и драматургии, консультировал Пастернака и Маршака, был главным редактором англоязычного журнала. В 1905 году Серов сделал несколько графических портретов возрастающего Мики, а также двух детей Морозовых – Юры и Маруси. Эти работы экспонировались на выставке «Салон 1909» и были высоко оценены современниками.